Танцевальный коллектив «Акварель» возобновил репетиции. Летом пенсионеры, а это основные участники коллектива, часто репетируют не в зале столичного дворца культуры, а перед ним, прямо на улице. У тираспольчан и гостей города есть возможность стать случайными зрителями танцевальных выступлений. Тему продолжит Татьяна Иващенко. Танцоры-пенсионеры снова в танцах. Сезон репетиции они ждали с нетерпением. В танцевальном зале кондиционера нет, поэтому сейчас репетируют перед Дворцом культуры. Танцевать под акацией – особый вид удовольствия. Вы повернулись и стоите себе как хотите. Вот она рука. Причем делать так, чтобы это было удобно. Руководитель коллектива Виктор Гоголь иногда прерывается на замечания. После отпуска не все элементы у танцоров получаются с первого прогона. Все не так идеально, но танцоры никогда не обижаются. Для них Виктор Гоголь – учитель, наставник и непререкаемый авторитет. Наш гуру – учитель, воспитатель, ругатель, папа, мама. Он нами занимается с удовольствием, что очень ценно. Нами радуется город, нас знают. Мы наряды выгуливаем. Мы всегда такие красивые приходим. Светлана Ивановна в акварели 2,5 года. До танцев в ее жизни активных занятий и так было достаточно. 2 раза в неделю фитнес, еще 2 плавания. Но именно танцы дают лучший заряд бодрости. Как-то так получилось, что я искала вот такое место хорошее, нашла его, и отсюда меня уже никто не выпроводит, даже пусть если очень сильно захочет. Потому что вот это место нашего вдохновения. Мы здесь как бы совершенствуемся и физически, и морально. В коллективе «Акварель» все по классике. Дам значительно больше, чем кавалеров. Но бороться за партнера здесь не принято. Право выбора за мужчиной. Просто партнер выбирает себе партнершу. А другие не обижаются, что нет, вы выбрали? Не обижаются. Обиды нет никакой. Сомнений с выбором партнерши у Валерия Дмитриевича не было. Несколько лет назад он пришел в коллектив вместе с супругой. В паре танцуют и на выступлениях. Но когда в коллектив приходят новички, помогают им освоить танец. Валера берет новенькую девочку, я беру новенького мальчика. Или новенькую девочку, и мы учимся танцевать. До пенсии у вас была такая вот активная жизнь с точки зрения выступления на сцене, перед зрителями, перед тираспольчанами? Ну, хотелось. Очень хотелось, но не было возможности. Дети, заботы, учебы, свадьбы. Дети замуж повыходили, внуков нам нарожали, уже как-то сами самостоятельны. И мы себе решили вот такое времяпрепровождение устроить. Концертный сезон у «Акварели» начнется в сентябре, но стать случайным зрителем выступления коллектива можно 3 раза в неделю в дни репетиций. Татьяна Иващенко, Михаил Белый, ТСВ.